12 коллективов, порядка 200 артистов. Тематический парк Сочи принимает гостей первого международного фестиваля. Подобные в крупных парках мира являются традиционными. Присоединиться к Европарку и Диснейленду решили и сочинцы. Турция с Индией делегировали по одному коллективу, а вот Россию представляют сразу 10 ансамблей, большинство из городов и станиц Краснодарского края. Фестиваль «Параллели» – это часть новогодней развлекательной программы «Сочи парка», и для гостей он стал приятным сюрпризом. Самые масштабные фестивали сейчас, конечно, проходят в Китае, в Турции с максимальным финансированием. Опыт, конечно, перенимали и оттуда, и из европейского парка Диснейленда. Мы ежегодно в марте проводим там мероприятия. Здесь старались все проблемы, которые на этих мероприятиях убрать. Наши коллективы, которые находятся на сцене, они объездили, ну, я думаю, в Китае были, в Америке, и в Европе. Но лучшие площадки, лучшего проживания, лучшего питания пока еще не видели. Они все счастливы, глаза горят, наверное, фейерверк эмоций. Мы счастливы принимать фестиваль «Параллели». Тематические парки – это лучшее место для проведения международных и тем более творческих мероприятий. Мы подхватили идею Диснейленда и теперь будем проводить фестиваль народной культуры ежегодно. Популяризация народного искусства, творческий обмен, возможность поделиться своей культурой – это далеко не все цели фестиваля. Все члены индийского коллектива «Нупур» в олимпийской столице впервые. Как и многих, ребят поразила природа и такое необычное соседство гор и моря. Артисты приехали рассказать и показать свою культуру, которая достаточно многообразна. В каждом штате, а их в Индии 29, свои традиции и обычаи. С помощью танцев и костюмов ребята готовы перенести зрителей в разные части своей страны. Каждая культура в Индии специфична и отличается в зависимости от района. Мы даже подготовили танец, который рассказывает о жизни людей, проживающих в малоразвитых городах Индии. Обычно подобные мероприятия в разных странах проходят от 5 до 7 дней. В Сочи же параллели будут проходить ежедневно вплоть до 10 января. Инга Габейшая, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.